Сегодня на подготовку до максимальной поводки ориентованы все субъекты профилактики, начиная от наглядательных комиссий до установ аховы здоровья. А позже рыхтуются принять на своих площадях одиноких состарелых, яких максимально придется эвакуировать с потопленных территорий. Поместить туда действительно нуждающихся людей может быть не столько в лечении, сколько вот одиноких, престарелых, где нет, в общем-то, возможности забрать детям. Создан запас медикаментов месячный в автономном режиме, если в случае чего. Теплые вещи на ФАПах, одеяла розданы. Згодно с прогнозами, сёлета паводка может закрануть 16 районов Гомельской области. Подтопленными могут оказаться 101 населенный пункт и около 30 садоводнинских товариств. Для поравнения, в 2013 году, когда паводка была одной из наибольших великих за историю их назиранию, потопило 105 вёсок и городов. Наибольш значная площадь могут опынуться под водою у Петерковском и Житковском районе. Все покинутые у вынику отселения будинки возьмут под охову узброенные супрацовники милиции. На лодках, соответственно, будем сотрудничать. Сотрудники стабильным оружием будут нести службу в круглосуточном режиме. Как это было уже в 2013 году, соответственно, у нас уже система эта апробирована, тут никаких у нас вопросов не будет. Супрацовники МНС раят населенство подрыхтоваться до паводки заходя. Сярод основных парад – створение запасу ежи, питной воды и леков, меблю, бытовые электроприборы и каштовные речи лепше перенести у места, куда вода не трапить. Что тычется самих воротовальников, то и они тримают ситуацию на контроле и готовы до паводки в полном объеме. В составе сформированных отрядов есть навык подразделения, которые будут подрывать лед на наибольш небеспечных участках рек. Мы были на всех этих участках, смотрели, мониторили. Значит, периодически ведется воздушная разведка, вертолет проходит, смотрит все эти. У нас на базе республики создано 3 группы пиротехнические, которые готовы принимать участие в разрывах. Если вот коснется такая ситуация, да, будем взрывать. Разом с тем, достаточно великая количество снегу на Гомщине мая и свои плюсы. Зараз глубина промерзания глебы складает 4 до 20 сантиметров, что значно меньше средних значений. Меньше промерзания почвы, значит, почва будет напитывать больше влаги. Значит, а вода не просто скатится в реку по рельефу местности. Поэтому я думаю, что для сельского хозяйства это наоборот, это хорошо. Вода будет, земля будет напитана водой, ну и, соответственно, будет хороший урожай. И еще одна парада, якую огучивают санитарные службы. На территориях, где будет означена поводковая ситуация, лепше не користаться водой с колодежев. Сегодня во всех крамах створяется необходимый запас бутылеванной воды. Ее уживание потребует додатковых финансовых затрат, але гарантованно дозволить заховать здоровье. Что может находиться у колодежах, какие потоплены поводкой? Нитраты, вирус гепатита А, острые кишечные инфекции. И когда дорослые уживание вот такой воды еще перенесе, как кажут, на ногах, то детей не выключено, придется шпитализовать. И потом никто докладно не ведает, как все это добьется на дальнейшем стане здоровья. Олег Сентюров, Валерий Гапайко, телерадиокомпания «Гомель».